Мобильный осушитель воздуха для помещений площадью до 16 квадратных метров. Сегодня в видео рассмотрим осушитель воздуха от производителя Neo Klima, модель ND10PH. Ширина корпуса 31 см, глубина 24, а высота 40 см. Такой осушитель не займет много места в помещении. Сверху расположена панель управления и ручка. Спереди воздухозаборная решетка и бак для сбора конденсата. Объем бака 1,5 литра. Сзади воздуховыпускная решетка и сетевой шнур. Сбоку под крышкой находится отверстие для установки дренажа. Снизу поворотные колеса для удобного перемещения прибора. Панель управления состоит из 4 кнопок. Дисплея и индикаторов работы. Кнопки отвечают за включение и выключение, выбор уровня влажности и очистку фильтра. Влажность может быть задана в диапазоне от 30% до 80%. Эта модель предназначена для осушения помещений площадью до 16 квадратных метров. Подойдет для комнаты, гаража или подвала. Осушитель оснащен специальным фильтром, который поможет очистить воздух от мелких частиц пыли. Еще один плюс этой модели – датчик уровня воды. Когда уровень конденсата достигнет максимальной отметки, устройство автоматически отключится. А при установке дренажной трубки возможен непрерывный отвод воды из бака. Обратите внимание, что шланг в комплект поставки не входит и приобретается отдельно. Уровень шума осушителя при работе составляет всего 39 дБ. Это сравнимо с шумом от холодильника или вентилятора. В случае непредвиденного отключения питания все настройки сохраняются и восстанавливаются после его возобновления. Подведем итог. Этот мобильный осушитель подойдет для помещений площадью до 16 квадратных метров. Он прост в управлении, не займет много места и автоматически отключится при полном баке воды. Производительность осушения достигает 10 литров в сутки.